Друзья, всем доброе утро. Последний день Ромеров начинается прямо сейчас. Все три булл-три мы будем сегодня отрабатывать. А вместе с Окрошкой. Катки за слот, катки важные, катки нужные, очень напряженные. Здесь у нас биг против К23. И вы таки не поверите, но биги не пикнули ДДАС-2, видимо, увидев, какой сумасшедший винрейт у их противников. Сумасшедший наигрыш на этой карте, так что даст останется на десерт. Пока у нас до Инферно, это выбор К23, и выбор их тоже вполне можно понять. Кстати, банан уже разваливается. К23, 3 в 1 будет заходить на пустую Б-базу. Привет, Миша. Привет, Миша. Привет. Я тебя не слышал, если что. Да. Всем привет, всем привет. Так, о чем у нас речь? О том, что не будет здесь карты DDoS-2 от команды BIG. Они решили пикать Мираж, немного испугались. Ну и что, матч за слот, матч важный, статистика 2 победы, 2 поражения. О чем здесь речь может быть? Да, ну, понятно, раунд 5, все говорит о том, что, ну, по идее, BIG здесь, конечно, должны выходить на мейджор. Но, опять же, вот единственный нюанс есть, это раунд 5. А, в принципе, неплохой выбор. К23, карта Инферно, вот... Син, да, здесь есть академик, который в своей BIG академии карту Инферно не играл, это был у них пермабан, то есть, ну, и карта, опять же, как для андердога, К23 здесь, ну, наверное, безусловный андердог, все же неплохая. В целом, так если посмотреть на все BO3, то есть все три карты, они дефолтные, всеми играемые. Понятно, с бэкграундом у BIG по картам, с бэкграундом у К23, ну, там, наверное, дальше будем об этом разговаривать. Пока, в принципе, неплохо. Начали с выигранного пистолетного раунда. Пытаются BIG огрызаться. И пока не угадывают направление выхода второго раунда команды К23. Полетела уже раскидочка. X5 на месте и забирает ничего не понимающего Кримба. Ну и, в общем-то, все. База Б очищена. Кита отходит. Единственное, осталось подобрать бомбу, поставить ее и выиграть этот раунд. Конечно, насколько мы можем судить, беги со своими проблемами относительно пула карт так и не справились. Инферно у них по-прежнему очень слабое место. И любая команда, у которой Инферно на приемлемом уровне, разумеется, против них эту карту будет пикать. Ну и К23 именно из таких. 78% винрейт за 9 сыгранных карт. У бегов она сыграна за 3 месяца лишь трижды. И выиграли они только фод и вин. Сталкиваясь против серьезных ребят, вроде героев, вроде аутсайдерс, они берут, ну, 11-12 раундов. И на этом все. Некоторое время, довольно продолжительное, беги вообще Инферно убирали. Но Ancient у них шел еще хуже. Они вообще не понимали, что делать с атакой на Ancient. Я просмотрел немало этих карт и прокомментировал тоже. И вполне закономерное решение от бегов отказываться скорее от Ancient. Плюс ко всему, у них есть еще такая карта, как Overpass, которую тоже противники могут обузить. В общем, пул — это огромная, огромная черная дыра, которая не позволяет бегам, ну, как мне кажется, конкурировать. Даже с такой командой К23. Вот ты сказал, что... Да. Ты сказал, что они, безусловно, андердог, но мне так не кажется. Они, конечно, позади по шансам, но это там не 3-1. Слушай, ну, я вчера комментировал К23, мы с тобой где-то позавчера там комментировали К23, но очень такие ранние стадии. А вчера К23 с Монте играли, да, с командой Криза на World 2K. И мне, ну, вообще не понравилась игра. То есть, если бы чуть там меньше ошибок совершали Монта, то не было бы 2-0, было бы... Не было бы 2-0 в пользу К23, было бы наоборот. То есть, уйму всяческих допущений у них было. Ну, в общем, такое. Много есть над чем работать, поэтому... Ну, как по мне, я BIG, честно, на этом турнире не видел. Но в голове так, ну, команда и по сетке, да, они там и с Виталити. Ну, команды посильнее у них были. То есть, как по мне, уровень все же повыше, и, ну, такого количества брака, да, BIG, там, как Монта допускать не будут. Какие бы у них ни были проблемы по картам, то есть от всех сторонних они отказались, от всех, на все бойцовские согласились, скажем так, да. И вот именно на всех таких балансных картах, где не будет решать, как, типа, какой там план на защиту, на атаку, на Ancient, сторонние вот эти штуки, где все ровненько, тут коммуникация... Скилл, да, чтобы не подхромал, как бы общий уровень понимания того, что происходит. И во всем этом, конечно же, ну, BIG, как по мне, на голову выше, чем К23. Поэтому, ну, у меня такое ощущение, что, ну, BIG здесь фаворит. И не по цифрам, там, не по букмекерам, я не смотрел.
Не знаю, ну, какие там. Вот сейчас мы видим коэффициент 1.38 на команду BIG, троечку дают на K23. Это все на Best of 3 серию. В общем-то, ну, 1.37 GGBet с тобой согласен. Но лично я вот серьезно не был бы так уверен. Все-таки беги, как мне кажется, недостаточно стойкие ребята. И в рамках одного Best of 3, K23. Что, давай забиваться, получается? Забиваться? Ну что, давай. Ну, как всегда, на ЗСУ, что, 500 гривен и поехали. На ЗСУ. Ха, но ты хочешь получить на бегов коэффициент 2. Да а нет, ну просто победят К23, я скидываю. Победят BIG, ты скидываешь. Ну, все. Давай, хорошо. 500 гривен на ЗСУ. Прямо сейчас Сирсан принимает у нас длину и пока отстреливается с плюсом для себя. К23 решили динамичный раунд показать бегам, удивить их, так сказать. И, может быть, это сработало бы. Но Сирсан, получивший авик сразу, длину принял. Теперь два игрока бегов будут защищать Бэплэнд. Причем делают они это с позиции Сити. Ну, а вот что делать К23, где им искать контакты? Ага, палец Оксипауэр второго. Под виноградом не ждал, неважно, через пол карты дает ноузум. И теперь можно задавить одного Синда. Он, кстати, уже пошел обходить через длину. Решение достаточно мудрое, как мне кажется. Так, ну посмотрим, чем это закончится. Его как бы тут X5 ждет. Позиция не самая ожидаемая. На хедшот, точнее на хед сразу прицел свой не наведешь. Ну и да, четкий минус по нему. Остается последний Тапсон. Шестой лучший игрок этого РМРа по версии одного из порталов. Ну, статистика действительно, вот я по цифрам посмотрел, у него внушительная. Но сейчас придется ему очень сложно, вообще очень сложно вскрываемая база, да еще и один с уже сгоревшей информацией от последнего погибшего тиммейта пытается раскидывать гранаты, действует предсказуемо для снайпера, в принципе. Ну, посмотрим, вот как-то на наглости надо принести здесь так, чтобы уловить быстренько первого и уже потом разбираться со вторым, этого не будет. X5 ставит точку в этом раунде. Кто-то там покричал, видимо. С линеечки К23. Пока у К23 все на карте Инферно получается. Вчера сидели на стриме и общались со зрителями. Достаточно много людей пришло. Ну и там я в TeamSpeak сидел с другом. И он, в общем-то, сказал, что Оксипауэр на самом-то деле... Ну, то есть вам многое в команде К23 зависит от его перформанса. И он играет далеко не всегда так стабильно, как это было в Форзах, например. Но если он пропирается сегодня, то Сирсон он вполне в состоянии закрывать боди. Это ультраопытный чувак. И ультракачественный снайпер. Как мы видим, пока у него получается. Тот фраг, который он дал в прошлом раунде, по сути, и стоил всего раунда бегам. Они просто опешили. Дальше обход через длину. И здесь тоже честь и хвала X5, потому что сидел-то и ждал, что длина будет поджата. Хотя, просто оцените масштаб. Была инфа, что один сидит в церкви и, скорее всего, продолжит там сидеть. И стоило ожидать, что второй игрок, опорник Апленда, скорее всего, запрется где-то там. То есть обхода в принципе не должно было быть со стороны длины. Но X5 сидел, ждал и получил награду в виде, конечно же, своего оформленного фрага. Что? Этот смог через КТ на мидл. И сейчас игроки команды К23... Ну, не знаю, вот какие мысли. Ну, значит, здесь кто-то есть, да. Как минимум кто-то этот смог сблизи давал. То есть, возможно, здесь какое-то даже укрепление. Но, тем не менее, нет. Не работает, короче, эта фишка от BIG. Они укрепили базу Б, дали смог, типа, мы на А. На самом деле, они на Б. Приходится возвращаться через КТ Кита. Он уже в библиотеке прикрыт тоже дымовой шторкой. Что-то небольшая суета здесь от К23. Не решаются они идти с плитом. Решаются они оставить на ланге только лишь одного X5. А сами через шорт, через ковры выпадают как спелые яблочки на базу А. Ну, Син с диглом хорош по одному, этого пока что мало, давай он по двум минус, конечно же, уже была бы другая ситуация. 3 в 3, бомба еще не поставлена, и все игроки BIG готовы к этому ретейку, но абсолютно другой момент, у них меньше инфоль. Теперь BIG вообще-то вдвоем остаются против четверых, и, естественно, логическое решение принимают уходить. Есть армор, есть флешка, ну, понятно, что больше здесь сейф арморов в этом раунде. Прикольная придумка, то есть BIG всегда как отличались, знаешь, как команда, которая на крупные принципиальные турниры всяческие фишки подвозит. Я, честно говоря, не видел этот смог, то есть чтоб с КТ, с колодца кто-то кидал его на мидл. Редко такое увидишь, но этот план не сработал, то есть и К23 даже не поняли, что вообще происходит, ну прилетел и прилетел смог, ну окей, а вот если бы они пришли на базу Б и испугались бы, то возможно это бы сработало, но знаешь, как по мне, этот смог бы, может, сработал, типа если бы у К23 оставалось, ну 30 секунд, например, на все про все, на принятие решений, вот они стоят под ребрами, вот прилетает смог, они такие, да забей, побежали на базу Б.
и там четверо. И, возможно, в BIG был бы красивый раунд. Но нет, пока К23 чувствует себя в своей тарелке. Волнуются, конечно, по лицам очень видно, что прям, ну, бледные парни сидят, потому что пока такой волнительный старт. И надо как бы здесь выиграть, и выиграть по-хорошему очень много раундов подряд, чтобы иметь такой гандикап на вторую сторону, и уже не бояться там за пистолетный раунд, за первый девайсный раунд, а просто заканчивать на своей карте и выигрывать команду BIG. Пашу Ножа взяли на слот тренера К23. Это ведь он, правда? Да-да-да. Очень-очень Паша похож, действительно. Нож имеет, как это, супергеройскую способность брать три паузы в первой половине в каждой игре, на каждой карте. Вчера тоже их комментировал. Стабильно. Три паузы в первой половине — это фирменный почерк Паши Ножа. Ну, оно и правильно. Оно правильно, и многим тренерам этого реально не хватает. Там сидят в АФК, ничего не делают, ничем помочь не могут, а здесь что-то не идет, что-то не нравится, что-то не получается. Все, берете паузу и, конечно же, обсуждаете, особенно если вы за сторону атаки. Разумеется, надо это делать. Слушал я Пашу Ножа на лане, вот, который Морковка делал, он там приходил к нему в гости и очень грамотные вещи говорил. Действительно, ну, как, звучали они грамотно. Как они по факту там работают или не работают, это уже вопрос, скажем так, философского плана. Более интересный. 5-0. 5-0 ведут К23. На Инферно пока откровенно нечего бегам предложить, кроме смока, который они выкатили через Сити. Зоны никакие они не занимали, встали очень-очень закрыто. Два набора китов, как всегда. Мне нравится прямолинейность К23. То есть они не то что ползают по карте, они четко понимают, что им надо делать. Другое дело, что Сирсона они так и не законтрили. Сидел он, как в прошлом оружейном раунде, сделав даблкил на длине, так продолжает сидеть и сейчас. Его, конечно, закидывали флешками, но ни одна из них своей цели не достигла. Сирсан 3 фрага и 0 хп потеряно. Бомба валяется здесь же на длине. К23 не ушли вперед слишком далеко, что, конечно, тоже важно. Вот и 5-1. Ну, блин, по-прежнему ты видишь, конечно, этот счет 1-5, а потом вспоминаешь, что в атаке далеко не всегда у Биг получалось, и думаешь, что возможности у К23 все равно хорошие. Убеждай себя, убеждай. Не, ну посмотрим, на самом деле, знаешь, я, ну, опять же, не видел игр, но сейчас так смотрю на состав мельком на BIG и понимаю, что, блин, а получается-то, как бы, Тапсону и Сирсону буквально на двоих надо тащить эту команду, потому что у Сина худший турнир за последние 3 месяца, ну, чувак вообще, как бы, из Академии, да, первый крупный лан для него. Кримба, как пришел, не выделялся в положительную сторону, прям супер, да. Но Китон, не скажи, ну Кримба, у него есть... Ну, стабильность, я имею в виду, то, что стабильно, вот прям чувак, основы, он у него там стабильно... 1.15, 1.10, у него нет такого, я не вижу. Не, он стабильно тащил клатча, вот в этом плане он был хорош. Окей, и этим он выделялся прям с самого начала. А у Кита бывают, ну не знаю, там, 1 из 4, 1 из 5 матчей, когда он пропирается. Может быть, сейчас будет один из таких, кто знает. Но, не, ну вообще согласен, фаерпауэра не хватает. Да, поэтому, как бы, и все равно, да, и при всем этом, как бы, со всеми проблемами с Мапулом и по составу, и все равно BIG, вот они вот в 5-м раунде, причем с сеткой, которой, ну, вообще никому не посоветуешь, не позавидуешь, да, там, уже все команды, которым они или проиграли, или выиграли, уже на мажор все вышли, так что... А BIG здесь. А совершенно другая сетка у К23 была. Как так получается? Не знаю, это швейцарка. Ну да ладно, смотрим, что будет здесь. Удачно прошил Рейджин через смоки господина Тапсона. Гера Тапсона, точнее, даже, наверное. И начинают приятные для себя 5 в 4. В принципе, можно сделать паузу пока что. К23 подумать, что они будут делать. А гранат у них не так много осталось, поэтому... Ну, 3 игрока вообще без гранат. Поэтому этот минус, конечно, как нельзя, кстати, в этом раунде. Ну и думаю сейчас, что надо проверить, что там происходит в коврах. Возможно, там какой-нибудь сетапчик, может быть, ребра посмотрят. И я так понимаю, что Ксипауэр у нас вот эту волшебную флешку сейчас на раунд будет выпускать с мида. И его тиммейты будут десантироваться. Ну и пытается там Рейджин навести суету под базой Б. Типа, мы здесь, нас много, мы выходим. Вот она, волшебная флешка. Не сработала она, кстати, по Сину. Ну вот она, кстати. Ну, чувак должен был, по идее, минус 2 давать. То есть он же не в блайнде был. И должен был ожидать, что там не один выходит. Ну только один минус. Этого сейчас для BIG очень маловато. Они начинали и так 4 в 5. Выравнивает ситуацию Сирсон. Выравнивает очень даже неплохо. Помогите Сирсону хоть кто-нибудь. И только сейчас Кримба в развалочку с базы Б выдвигается, говорит, а что? У меня молик был, у меня смог был, а может это Б было? Но нет.
Ну, Кримбо до последнего, конечно, искал чувака, который фейком раскидывал Б-план. Теперь один в один позиция у Финнигана, как мне кажется, на раунд. Сидит в бойлере. Если Кримбо ее чекнет, будет, конечно, гением. Но даже это ничего ему не гарантирует. Скорее даже наоборот. Потому что тень ему прекрасно видно. ХП-50. У Финнигана прицел четко на голове. 6-1. Ах, Сирсон. И сейчас он сидит и понимает, насколько все-таки важно было сделать этот килл. Еще один. Сейчас нам, ну, наверное, должны показать повтор. Ну вот Син должен был второй давать. Все, Сирсону Сирсон. Надо было тащить. Типа дай Син минус 2, Сирсон минус 2. Все, минус раунд у команды К-23. То есть, ну, грю тут на плечах, что Сирсона все должно тащиться. Как-то так не должно, по идее, работать. Ну, а с другой стороны, ни в коем случае не обвиняю. Просто по ситуации именно говорю, что если бы так было, то было бы полегче команде BIG. Но этого не происходит, и К-23 получают отличное настроение. Тяжеленький такой они раунд из 5-4, но тем не менее вытащили на 1-1 и все-таки его забрали. Опять 5-4, опять энтри за ними, опять на банане, опять проблемы у BIG. Опять остается один Кримбо на базе Б, ну и к нему подъезжают двое бравых парней. Пока информации пытаются, поставлены BIG в ситуацию, когда они должны доверять любой инфе, то есть минус на банане и все, они перетягиваются. Это, конечно, облегчает задачу для К-23, появляется шикарный спейс, но это мы по мини-карте видим опять же. Но тут и надо работать с мидом, с другой стороны, К-23. То есть, наверное, как-то сваливаться просто в выходы фланговые, прямолинейные. Ну, К-23 решили попробовать. Окей. Въезжают на Б. Проходит рейджи на КТ. Кита здесь дает 2 килла. 3 в 2. Нечего. Нечего пока бегам предложить. Кита, конечно, из последних сил сопротивляется. Рейджи набреет. Но это... это, скорее всего, еще один раунд, который К-23 берут. Заходит Ксипауэр на пустую базу АМ. Сюда же уходит и бомба. Вроде беги все прекрасно понимают. Но на позиции свои они не успевают. Бомба пойдет через шорт. Ксипауэр еще здесь накинется гранатами. Есть ли смоук? Неважно. Пикает Ксе. Вот и 7-1. Но нечего. Нечего на Инферно пока бегам предложить. Один кита. 17 хп. Падает по X5-му. Ну, да. Здесь тысяча. Угомониться надо. Уйти, Кита тут уже что-то пытается там выпикивать. Ну, куда? Таким ХП на точку А тут обречен, естественно, раунд. Пока отлично. Пока отличный старт. Много проблем у BIG. То есть, куда ни плюнь, везде проблемы. На Б проблемы, на банане со старта проблемы. Растягивают их, пытаются что-то BIG угадывать здесь. Ну, конечно, X5 разошелся уже... пятый, господи, Ксипауэр с авиком, то есть в атаке чувак дает очень важные такие фраги в середине раунда, которые, ну, знаешь, как в футболе, типа, допустим, команда выигрывает 5-1 другую, но победный-то гол, когда 2-1 счет становится, да, ну, обычно говорят, что чувак вот забил победный гол. Вот Ксипауэр забивает победные фраги, то есть где-то в середине раунда он лишает возможности команду BIG сопротивлению, и все, и на этом как бы все заканчивается. Вот здесь, например, все, минус раунд. Кита уже ничего не сделает, как бы он здесь не пытался вертикально фликать, но он все же не суперпрофильный снайпер какой-то высокого уровня. Ну и у BIG с этой снайперской винтовкой, к ней точнее, докуплена одна МПшка, пистолет, гранаты, арморы, как бы, ну будут пытаться опять же BIG что-то показать. Щелкают все бананы. И опять-таки в плане снайперских дуэлей пока Ксипауэр на несколько шагов впереди. Иногда. Иногда, конечно, нет. Разваливается банан. Тапсон 1-5. Ну, нечего предложить. Все, бегов просто нет на Инферно. Что тут можно добавить? И винрейд, который мы видели до старта этого матча, полностью это подтверждает. Тапсону нужно уносить авик. 8-1. Первая половина. Да. Вот тебе и К-23. Ну, хорош, хорош. Молодцы. Выбрали классную карту для себя. Знают слабые стороны BIG. Я, честно говоря, их не помню на Инферно. Вот, ну, Мираж посмотрим. То есть, Мираж такое. Но до Миража еще надо дойти. Пока очень классный старт. Реально, очень много раундов набрали. То есть, без проблем. Но тут уже заставляют переживать. И Тапсона... все в каком-то непонятном настроении у BIG, и паузы так не берутся на самом-то деле. Ну, плывут по течению, посмотрим, может быть, в какой-то момент дефолтик играет, какой-то клатч там кто-то возьмет, и там пятерочку раундов они в первой половине наберут. Ну, пока раскидывают гранаты, молик на балкон, хаешка до этого была, в принципе, по таймингу это было достаточно рано, здесь бесшумно занимание
апсов от команды К23. Кита перепроверяет. Авик на месте. Так подумал. Ух, слава богу, что таксипауэр, конечно, очень жестко стреляет. Слава богу, я не шире открылся, то бы уже опять подвел команду, опять бы вчетвером начинали этот раунд. Но все нормально. Вот здесь сетап работает у Биаджи. Уклоняется от смока Сирса, но очень нагло играет на самом-то деле. Но обязан так делать, потому что у него тиммейт под козырьком. И разваливать эту комбинацию не очень бы хотелось. Но и К23 решили не идти до конца. А тут один у нас Кримбон. В подсадке Тапсон. Ну, Кримбон со смоком, Тапсон... факту один стрелковый именно. Прикольная комбина, но сейчас посмотрим. Ну, сработает на фраг. Сработает на фраг по-любому. Вряд ли, обычно вряд ли именно эту позицию ожидают сразу. Изи. Изи для Тапсона. Надо теперь уходить и говорить тиммейтам, чтобы они пришли на помощь. Потому что К23 далеко не факт, что сейчас замедлятся. И могут пойти дальше. Вот он и раскид. Тапсон, интересно, сидел на Б1. Сейчас занял Б2. Тоже не самый читаемый момент для К23 может получиться. Особенно, если Кримба проверит здесь первым номером. Но нет, уносит и его. И Кримба в размене проходят. И дальше. И дальше Клакс зажимает по КТ-спауну. Здесь какие-то странные свечи от Кита. Наверное, поэтому его и кикнули на самом деле из команды. И снова-таки большинство для К23. 9-1. Еще один напряженный раунд. Забирают они. Атака просто прется. Финниган, конечно же, кричит со стороны команды К23. Вы посмотрите на его самодовольное лицо. Ого! Ого! Чувствует вкус победы, да? Чувствует слотец на мейджор? Мне кажется, что да. Что с Инферно? А помните тот самый мейджор, когда беги по трем Инферно в трех БО1 прошли на... Куда они прошли? В стадию легенд, в топ-8. Мажора. Да. А, такой вот у них был путь непростой. И что осталось от того Инферно? Ну, бага не осталось точно, которую они использовали. Так что не осталось и самой по себе карты. Весьма пассивный дефенс, который пока показывают беги. И, конечно же, К23, которые носятся по карте тупо на ноге. Отлично, отлично все работает у них. Губи. А вы посмотрите! Он, мне кажется, уже смирился с тем, что, ну, да, придется тащить на Мираже и на Дасте втором. Тут мы, конечно, сделаем, что сможем. Но К23 отдадут, сколько захотят. Да. Как-то, вот, знаешь, нет у BIG какого-то чувака такого агрессивного. Должен быть такой, наверное, в команде, который может на себя роль убиватора взять, что-то предложить, сам где-то создать спейс. Тапсон говорит, это я! Пропуш мида, добывает калаш для себя. МПшечка еще по-прежнему валяется, но... Прохладная история, на самом деле, пикали яму. Ну ладно, окей, тут пикали вроде как вдвоем ее. То есть подумали лево-право, сейчас какого-то еще челика под ловим. И дальше все дело пойдет, мы уже будем из сурового большинства. 5-3, вообще этого не происходит. Готовы К23, то есть по факту потеряли только рейджин, и то случайно. Это случилось, дальше 2 в 3. Так, Лакс ждет выход бойлера, вообще ни сном, ни духом. Син так по своим делам шел, чисто мимо. Кримба 1. Ну, что он может сделать? Ну, может дать в яму минус 2 шальные, или не может? Не может, только один, и этого мало. Дал бы 2, может, какие-то шансы бы еще и были. 10-1, 9 раундов преимущества. Уже даже и не кричат. Подопечные Паши Ножа уже понимают, как бы, что на этой карте, ну, практически все сделано. Хотя, ну, бывает так, что, наверное, ощущение обманчивое, но, судя по лицам BIG, ощущение не обманчивое. Они сами в какой-то прострации легкой находятся. Ну, а очередной оружейный, вот, если, может быть, сейчас что-то поменять. Уже под концовку надо взять хотя бы 4 каких-то раунда. Ну, один, ну, это вообще плохо. Да, на любой карте один это не очень хорошо. Что, может, инициатива от бегов? Понеслись они сейчас на банан. Простреливают что-то здесь. Смоки отброшены. И Кримба вообще входит в спину. Вот, есть чем удивить. Под флешки, которые набрасывал Кита. Под ассисты Тапсона. Кримба обошел с правого фланга двух игроков К23. Спокойно их минусанул. И теперь дуга отбита. А ребра тоже заняты бегами. Там сидит Сирсон с Авиком. Хотя, едва завидев смоки, он все-таки начинает перестраиваться. Наверное, защищать Доталова этот мидл большого смысла не имеет. Но, с другой стороны, имеет смысл все оставшиеся раунды бегам брать. Пошел Сирсон обходить через сторону шорта. Берет под контроль бойлер. Еще один килл падает Бодя от прострела. Сирсон будет ли отпикивать дальше? Пока такое ощущение, что просто взял пиксель под контроль. Дабл килл. Нормально, нормально, Сурсон. X5, 1 в 5. Все-таки есть чем удивлять в плане
инициативных поджимов бегам. Вместо того, чтобы сидеть АФК по плентам, они решили запустить Кримбона. Ну, Кримбон выиграл им, можно сказать, раунд, потеряв при этом 0 хп, 10-2. Вот так и нужно продолжать. Не запираться, не испытывать это давление стадии. Все-таки стадия решающая для Биг как организация. Просто вдумайтесь в масштаб трагедии. Они не прошли на сцену Кёльна. Они не прошли по факту даже в основную стадию Кёльна. Отъехали на стадии плей-ин, хотя говорили, что для них этот турнир более важен, чем мейджор даже. И сейчас они могут на мейджор еще не пройти. Ну, как говорил Тизиан, Тизиана в команде уже нет. Но, тем не менее, сам факт. Писали себе Фава на самый дорогой трансфер в истории немецкой сцены, а Фаван половину турниров пропускает из-за проблем со здоровьем. Вынуждены то с тем, то с другим игроком катать BIG. В общем, не самые миксочек. Светлые времена переживают беги. Да, такой миксочек, который сейчас по зубам К23 получается. Посмотрим, второй раунд набрали. Ну, то есть агрессия на банане была, окей, но Кримбо не Якиндер. Каждый раунд это делать не будет. Опять же, здесь придется потащить немного Сирсу, но надо помочь ему. Кита... Не успел срезать угол так, чтобы увидеть игрока выходящего. И вот это зажимчик третьего сюда. Выбил бомбу, контролирует. 4 в 1, остается на миду последний рейджин, который до последнего контролировал спину на банане. Спины этой не было. Ну, зачетный спрей на самом деле, через 3 километра. Минус кита, инфу получили, чувак на старте. Все, теперь, наверное, соваться не будут. Бомба под контролем, все хорошо. Стой и жди, что будет происходить дальше. Отслонили ее смачком и... 45 секунд у Рейджина на все про все. Да, еще и по второму дает. 1% единственное у него здоровье остается. Да и с потерянной бомбой ничего Рейджину, да, опять же, с одним хп не светит. Помним, мы разные клатчи, но здесь просто не то пальто. И 30 секунд, и денег нет к следующему раунду, и это будет легкий сейв. Вы же про К23, про Cover GG не забывайте. Сайт, где собрана исчерпывающая статистика по командам, турнирам, игрокам и прочему. Cover GG, там вы можете также узнавать счет раньше, немножечко, чем официальная трансляция. О, чуть ли не впервые используется на втором канале такая фишечка. А мы на первом сегодня, Кость, просто. Ну, на первом от ESL. Да, я понимаю, но сейчас-то мы на втором канале сидим. Ну да, ну я понял. Обычно просто второй соответствует второму ESL, а сегодня вот десайдер матча как бы ESL так поставил ниже уровнем, чем матчи за выход. Ну и по интриге, по именно это понятно. Ну хотя там играются матчи, да, за попадание либо в легенды, либо претенденты. Вот, поэтому у нас сегодня тут продакшн будет на уровне, конечно. Все фишки. Но не все, наверное. Все будут на мейджоре. В Рио уже. Так, ну что, 3-10. Идут верные поступи. BIG у нас к взятию пятерочки. Пятерочка, в принципе, будет, наверное, неплохо по тем событиям, которые мы видели на старте. Ну, можно сказать, что это даже хорошо, потому что могли вообще отъехать. 1-14, если бы вот не Кримбон подпушил и пошло-поехало. Теперь уже экономически для команды К23. О-о-о, P250, и все равно Господи, как это вообще залетает? P250, серьезно? Он первый в голову попал, второй в тело, и чувак просто ничего не смог сделать с эмки, то есть отнял ксипауэру, сколько, 37% здоровья? Лол. Да, а вот это пистолет, пистолет у снайпера в руках. И теперь что происходит? К23 через КТ идут сплитить базу Б, причем они накидывают смачок на банан, понимая, что там один, а то и два игрока будет сидеть, будет окапываться на точке, подпрыгнул на стабс, начинает поливать, но обзорности-то нет. То есть, когда он прыгнул над смоком, он увидел, где противник. И они разбежались, ты должен шить в дымы вслепую. Клакс поджимается непосредственно под смоук. Кита, к своему счастью и чести, это контролировал. Но все 4 игрока Биг будут выбивать через банан. И это очень напряженный момент. И калаш и эмка в руках Рейджина и Финнигана есть. Рейджин сидит в таком полу-антиблайнде. Будет подсаживать тиммейта или тиммейт его бустанет. Не могут ребята разобраться. Но наконец-то получилось сделать это. Бомба начинает пищать все быстрее. Минус от кита есть. Начинает Рейджин поливать, но кита в плент он все-таки пропустил. Есть ли там киты? Наверное, да, должны быть. Обезвреживается бомба. Принимает Тирсон Сити. Простреливает Рейджин, но немного не туда. Бомба обезврежена. Через секунду после этого погибает кита. Выпутываются из такого просто пота и потенциальных слез. Беги. Такой раунд они сейчас берут. Скорее... К23 здесь можно аплодировать, аплодировать стоя, потому что они извлекли максимум, максимум пользы из своего экономического раунда. Но сидит Кита, не то чтобы супер доволен, но понимает, что да, в этом моменте он плюс-минус справился.
А это эко как бы было. Ну, такой легкий, форсетский, скажем. От К23 такие проблемы у BIG. А, да, жесть. А все Xipower, который с P250-го энтрифраг сделал, и с этого начались проблемы. Не было бы этого фрага, все бы завершилось там тремя минусами от игрока немецкой команды на лонге, в выходе атаки на миду, и все, ГГ. А, ну, нервы пока, конечно, треплют К23 своим соперникам. Последний раунд у нас первой половины, прокрадывается Рейджин через смоки. Два сладких стоят, куда-то смотрят, непонятно. Оба в блайнде от своего тиммейта причем. То есть он набрасывал им флешку, чтобы что, они пикнули, а они не собирались особо, судя по позициям. Просто словили блайнд и стояли лицом в стенку. И в этот момент вышел Рейджин. Ну, это, конечно, прикол. Так, ну и теперь... Кита пошел на разведку на банане. Остался ли кто-то там? Дает информацию, что все, скорее всего, ушли. Ну, возможно, там один остался на какой-то почте или бревнах. Не, Кита прошерстил, идет до конца. Пытается помочь своим тиммейтам через спину Финнигана уже в этот момент ставить бомбу. И тут основное, вот выживет ли Сирсен до поддержки Кита. А у Кита тоже проблема. А, он не пошел через шорт, окей. С бойлером не встретится, идет к Сирсену. Сирсена, блин, ну не знаю, такое... Но... Не, тут уже... Тут уже ГГ. В первой половине 11. И это как-то читалось. Ты открываешь винрейт, открываешь пул карт, видишь, что К23 пикнули Инферно, вспоминаешь, что Биг одно время отказывались играть здесь просто потому, что вообще не понимают, что делать. Видишь счет 11-4 и понимаешь, что да, все, в принципе, закономерно. Перед тем, как мы уйдем на паузу, напоминаем, что продолжается агрессия, развязанная Российской Федерацией против Украины. И украинцы доблестно сопротивляются, однако нам нужна ваша помощь. Переходите по баннеру в описании, он приведет вас на сервис Донателло и задонатьте сумму, которую можете себе позволить. Она пойдет на помощь мирным жителям, пострадавшим в результате этой войны, и, конечно же, вооруженным силам Украины. Всем спасибо, кто помогает, и спасибо тем, кто будет помогать в дальнейшем. Конечно же, спасибо и вооруженным силам Украины. Перерыв, вернемся через 3 минуты.
Команда с коэффициентом 3. К23 на самом-то деле показала намного более качественный The Inferno свой выбор, нежели и беги, которым просто нечего было предложить. Это Богдан Ксипауэр, кстати, по всей видимости, сейчас он удивлялся сам себе. Что же я только что дал? Неплохую серию провел он, отличную провел Рейджен, Финниган, в общем-то, все молодцы, отличный гандикап по раундам. Дальше сторона защиты. Желаем вам приятного просмотра, матч за слот или на вылет, то есть десайдер матч на последнем дне европейского РМР. Да, ну и, конечно, К-23 сейчас по-хорошему. Очень хочется все уже закончить этим пистолетным раундом, сказать свое последнее слово и добить команду BIG. Но BIG за эти 3 минутки, я думаю, наколдовали какую-то интересную пистолеточку, судя по тому, что у них гигантское количество гранат на нее. Так, начекал Ксипауэр выход через ребра, вообще не стал стреляться, просто дает инфу тиммейтам. Тиммейты, кстати, ну почему не стал стреляться? В первую очередь, потому что их двое. Отъедь он сейчас на лонге, и его тиммейт бы остался один на базе, а поэтому здесь надо стягивать силы. Двоих через банан в спину, и один через КТ бежит. И совсем скоро будут здесь действительно все игроки. Пока не могут скрыть план BIG. Уже смог лежит в пунте. Начинает карусель здесь крутить вокруг точки. Оглядываются на спину, там сразу двое. 4 в 3 при одном битом X5 уже. Дуэли у нас на КТ, дуэли на шарте. И 2 в 2, и бомба ставится. Важный момент для бегов. Рейджен сейчас будет открываться под флешку, которую мы набрасывали с длины. Настреливает по точке. Сина вычисляет, но плевать ему на это. 10 хп и без армора, но перестреливает Рейджена. А вот она, пистолетка надежды. Пистолетка камбэка, возвращение. А, кстати говоря, еще один камбэк может получиться в матче Виталити против Героик. Там первая половина, 2-13. Что-то заставило Виталити пикать оверпас. Ну и по классике этой карты в атаке они взяли 2 раунда. Еле выиграли пистолетку и теперь попытаются дать камбэк. Ну, не получится и ладно. Ну чё, в этих претендентах поиграют больше. Так, ну что, смотрим здесь. Маленький шажочек по направлению к камбэку положен. Отлично придумали, неплохо, скажем, ну не идеально, но исполнили. MBIG теперь будут играть против легкого такого раундецкого. Форсом это назвать, язык не поворачивает, пару пистолетов, но зато позиционирование команды К-23. И, ну, по идее, как, наверное, имеющая, по крайней мере, двух, как минимум, опытных игроков, команда BIG, ну, не будет заходить в пятером просто наобум на какую-то точку. По идее, поконтролить карту они на таком раунде просто обязаны. Раскидать гранаты, заняли банан, посмотреть что-то там ребра, зайти в апсы пронюхать, а вдруг там какой-то сетапчик, и уже потом принимать решение. Поэтому все это, конечно, укрепление хорошо и красиво, но вряд ли на него BIG здесь попадут. Да, они просто выходят на ребра, а здесь никого. И сейчас имеют хорошую возможность и зайти на точку, поставить бомбу и оставить кого-то в библиотеке, на лонге просто отрезать всю эту перетяжку, чтобы даже никакие девайсы там не пытались выбивать К-23 уже на поставленной бомбе, потому что мы помним, что радиус бомбы увеличен, и, ну, игрокам в пленте, ну, хотя они, не, все сотые, тут же никаких дуэлей не было, то есть все могут в яме выжить, например. Посмотрим. Не, с такой бомбой, на самом деле, да, сейчас, после того, как этот радиус изменили, меньше бомб на дефолт стали устанавливать, просто для того, чтобы потом иметь возможность сидеть в том уголке, как раньше, потому что с бомбой на дефолт там, ну, увы, не выжить. Такая, знаешь, ситуация, типа, когда у тебя есть время, когда ты нормально зашел на сайт, всегда ставят далеко, а когда у тебя экстренная ситуация, да, и надо там на последних секундах хотя бы куда-то поставить, то безопасная позиция на дефолт, на дефолте там типа уклониться от малых песков, то ставят туда, то есть тут такие. А то, если когда все стабильно, как сейчас, то, конечно, ставят дальние, чтобы не было никаких приключений. Идет фармить команда BIG на базу Бэдж, но потерялся Сирсон. Но, как бы, с одной стороны, ничего страшного, да, с другой стороны, ну и не нафармил. Тапсон политику партии на левую часть своей линейки, что-то там высказывает Кримбо и Сину. Посмотрим. Так, ну теперь оружейный-то у К-23, то есть появились 4 эмочки и одна МПшка. А у BIG вот, ну, 2 МПшки. Может быть, если бы не погиб бы Сирсон, то калашик был бы, допустим, у Тапсона, а Сирсон бы себе навик продолжал зарабатывать с МПшкой. Ну окей, прорываются через маки, Кита дает по X5 минус. Пытается вычислять второго на банане, который бы выглядывал из-за стены. Но оверпика никакого пока что со стороны защиты не предвидится. Потому что банально просто там один чувак, это Финниган. Естественно, он соло пикать не будет. Ему даже некому накинуть флешку, если что. Вот приходит хелпа. 2-2 по плантам теперь.
Отгоняют, причем халпу. А Финнигана начинает гранатами закидывать. Первую флешку он задоджил, а вот от второй отвернуться уже не успел. Ну и на моменте смещения его здесь закрыли. Все спокойно, когда Биг получает много пространства, в частности на дуге, я не понимаю, что с ним нужно делать. И Тапсона отправляют вперед с маг 10. Следующий это Сирсон, даже на такой дистанции Рейджин он вполне спокойно закрывает. Что, 7-11? Это действительно камбэк? Неужели? Хотя вспоминается стартовый матч Спраут против Фарзов. Я про него постоянно говорю, еще не раз, наверное, упомянем. Со счета 5-14 за сторону атаки откомбэчили у нас спруты. И по итогу прошли на мейджор. Чего как раз из-за этого матча, по всей видимости, не удалось сделать Фарзам. Вчера они проиграли свою встречу коллективу Bad News Eagles, которые их уничтожили просто по уровню децибел. Знаешь, Форзы еще пытались как-то так робко кричать где-то там в самом начале, что-то там было с их стороны, там типа, еще. Типа, да, да, давайте вперед. Но как только у Косоваров пошел камбэк за сторону защиты на Ancient, и потом на третьей решающей картой, их просто задавили. Форзов, да, читал там было. Еще в Твиттере Зорта что-то писал GXX, типа, давай, там, завтра встретимся, смотри, мы там типа на мейджор выйдем. А GXX ему просто, ну, знаешь, вот эти глаза отправил, типа, кто здесь, что вообще происходит. По итогу закрыли Фарзов. И все-таки Bad News Eagles. Второй раз подряд же, да, получается, они на мажор выходят у нас. То есть, да. Если на прошлом мажоре они были такая команда-загадка, там, типа, случайно вышли, кто это вообще такие, то сейчас это уже стабильность и тенденция. К23 берут у нас вторую паузу, общается Паша Нос со своими подопечными. Сегодня не очень активен, пока сидит. Ну и пока и счет как бы в пользу К23. А вот Гобби уже ходит. Но тут больше Тапсон нашифровывает. Причем постоянно, что интересно, налево. То есть справа у него опытные чуваки сидят, а слева сидит Кримбо и сидит Син. И вот он им постоянно что-то рассказывает, что нужно делать. Главное, что мне еще нравится в истории с Bad News Eagles. Косово — это очень маленькая страна. Очень маленькая страна. И при этом у них есть, можно сказать, полноценная команда. Играет там Риган из Швейцарии, но в целом они состоят вот из представителей своей страны. И в Биг, по сути, это тоже одна команда. Мононациональная такая, мононемецкая. Как так получается? Сказать тяжело. Но пока... К23 должен еще один раунд отдавать. У них всего лишь две эски. И обе они, что примечательно, используются на коврах. Укрепились здесь в этой позиции. Кримбо уже как бы настреливает через стену. Дает понять, он в принципе чего-то ожидает. Хотя он, наверное, больше ждет, ну, какую-то фармилку. Дальше открывается префом. Раз, два Сирсон, размен клакс. Можно загонять одного игрока здесь же на пленте. Или можно даже задоджить его. Мол, зачем оно надо, если знали, беги, что сейвилось две эмки. Можно пойти и справиться с опорниками Б-базы. Здесь они на КТ. Финниган нашел килл. 1-8. Воу-воу, это что, Тапсон покричал сейчас? Ха-ха. Или, может быть, даже Гобби. Хотя я видел один из тренеров, по-моему, это был Зоник, повесил на стуле своего игрока огромную надпись, типа, не общаться с игроками, что-то там не кричать, не прикасаться в таком духе. То есть огромный капсом просто себе указал, чтобы он не делал этого, потому что штрафные санкции могут иметь место. Спрашивают, почему нет никаких итальянских команд. Была одна в 2012 году. Сиплей, по-моему, она называлась. Нет, ну потому что Италия... Как-то, не знаю, вот представить Италии, кейсерская страна, не знаю, не очень подходит. Там больше так почили, пицца, что-то море, пицца поесть. Что-то, да. Ризотто, винчик, вкусненький, тепло. Какой КС? Там люди дома не сидят, они на солнце что-то делают, что-то работают. Так, смотрим, у нас выход на базу Б. Финниган начекал, но съел флешку. К нему вообще в наглую тут спиной повернулись. Ну, естественно, Финниган даже из полублайнда этот фраг обязан был делать, он его, собственно, и делает. Еще один от Финнигана. И вот теперь ситуация удручающая на самом-то деле для BIG. Как они будут расковыривать этот план дальше? Да никак. Теряют третьего через маки. Да, случайно, да, бывает. Но, блин, если бы в размен более-менее равный зашли и сейчас Сина потеряли через мок, то окей. А если вы не смогли забрать чувака на B1 и на гробах, банально, закинули бы молик туда, и таких бы проблем не было. Но накидали флешек, подумали, что все в блайнде, сейчас мы пикнем. Хитрецой, да, гробы, а потом найдем второго за тройкой. Он, наверное, в блайнде там тоже стоял в открытую. Нет, этого всего не будет. К23 близко к тому, чтобы взять первый раунд за сторону защиты. И на самом-то деле приостановить камбэк, потому что, ну, сейчас бы был счет 9-11 уже, опять бы не было денег у
К-23 толком, да, надо было бы что-то делать. То есть буквально пара-тройка раундов, и все, и уже камбэк получился, было бы 1-1. Так, видим, что видим. Но 2 в 2 именно на точке А сейчас для BIG. Может быть, что-то получится, не получается. У первого разменивает Сирсон, понимает, что здесь где-то в пленте еще есть второй. Не попадает ему в голову, попадает с 5-7. Ну, по идее, что, его выходят убивать? Нет, не торопятся. О, наверняка играют игроки команды К-23, те самые два бравых опорника, которые шикарно отстрелялись на базе Б. А у Сирсона-то есть шансы? Конечно, есть. Один топ-2. Поворачивается к X5-му. Один в один. Это что, один в четыре сейчас клатч будет от Сирсона? Сейчас играет просто на стрейфах. Финниган не имеет, кстати, китов. Что тоже важно, они не подсвечиваются на пленте. Придется бомбу дефа 10 секунд. Сирсон уже включает скоуп. Держит уголок под контролем. И четким попаданием по Финнигану тащит раунд. Вы слышите, слышите эти крики на линейке фигов? Ох. Я бы сейчас бы зрителям, конечно, тоже закричал. Потому что, честно, что команда Биг, что Сирсон в частности, они всегда мне импонировали. То есть я не мог смотреть за матчами этой команды, будучи равнодушным. Или за выступлениями этого снайпера. Ну, испытывая какие-то... Ну, не испытывая ничего. Чем-то все-таки они привлекают. И Сирсон чем-то привлекает. Посмотрите на них. Что они выгрызают? Что берет Сирсон? Ох! На Сина посмотрите, он уже интегрировался в эту команду. Кричи погромче, лицо позлее, и все у тебя получится. К-23 третью паузу тратят. Ха, посмотрите на одного из игроков. Что он просто сейчас отдал? Сидит и просто не это понимает. Рейджен. Это Рейджен. Это Рейджен, и человек, который я там, когда один комментировал вчера, говорю, надо собирать команду, типа, знаешь... Твист, Рейджин с прикольными прическами парни. Поэтому я запомнил его. Ну и ник такой, да, Рейджин. Уже фейспалм с правой руки показывает. Ну да, такое, блин, отдавать 1-4. Да, это Сирсон, но вы же все сделали в этом раунде. Давай. Окей, смотрим дальше. Давай все-таки так скажем. Да, это Сирсон, точка. Все, больше добавить нечего. Да, это Сирсон. Это некогда в 2020 году топ-3 снайпер мира, на самом-то деле. По мнению топ-1 и топ-2 снайперов мира, кстати говоря. Коэффициенты от наших друзей сайта GGBait. Сейчас мы тоже за ними понаблюдаем. Где-то 1-3 были расклады, и сейчас... Все особенно не поменялось. 1.34 на бегов и 3.24 на коллектив К-23. Баннер под плеером трансляции ждет, пока вы его прожмете. Там вас ожидает сладкий-сладкий бонус. Да уж. И вот тоже момент, а как К-23 вообще справятся-то с этим? Как они подобное переживут? Потому что отдай подобное, ну там Виталити или Героик, им было бы неприятно, конечно, но они научились такое поглощать. И оставлять, скажем, на потом, да, вот эти эмоции, переживать после Best of 3, там, после карт, ну, лучше, конечно, после Best of 3. Но что до К-23, которые там вели сколько, 9-1, 10-1, да. Да, и теперь уже 11-10 ты отдаешь 1-4. То есть как они с этим будут справляться, как они это будут переживать, тоже момент. И вот здесь самое время, лучшее время для Паши Ножа извлечь какую-то цитату какого-нибудь Макиавелли. Что-то типа, ты не проиграл, пока не проиграл. Что-то в таком духе, как-то привести команду К-23 в чувство. Потому что, опять-таки, это не они взяли клатч 1-4, это взяли Биг. Ну, посмотрите на Крим, он говорит, давай сейчас просто закидаем гранатами на Б. Он у нас один раз почти получилось, там Сирсон если что возьмет клатч очередной, и все у нас будет. Окей, 11-10. Ох, сложно из моральной ямы, конечно, это и будет выходить. К-23, с тобой я полностью согласен. Не такая опытная команда К-23. Но надо как-то сейчас забыть этот моментик. Просто ни на что, не смотря, продолжать гнуть свою линию и пытаться закончить эту карту в свою пользу. Ну, а BIG гнут свою линию. Кстати, бананы дают. То есть, видишь, как игра перестроилась? То есть, до этого пушили что-то Финниган там на банане, пытали что-то прокидывать. Сейчас вообще никакой реакции нет. Они стянули сюда Ксипауэра и отдают ему пальму первенства по нахождению энтрифрагов выходящих игроков с банана, но никто пока что не выходит. BIG откидались и начинают возвращаться к проверке мида. Мид, кстати, не поджимается, не контролится в открытую. Информация по этому уже есть. Ну и что, три игрока останутся на базе Б или прочувствуют момент? Теперь уже такая ситуация, что К-23 надо угадывать в защите. Уже не знаю, вот нет уверенности, что там типа два опорника сделают минус 3, минус 4 и все будет хорошо у К-23. Поэтому, да, очень аккуратненько, очень тихо, потому что были уже проблемы на КТ. У К-23 они так идут
к точке А поближе. Ну и тут полетели гранаты. Теперь приходит понимание, что это да, будет точка А. Тем более времени на Б уже у BIG нет. Пошел заход, пошли гранаты. Здесь Рейджин получает молотов. Открывается клак, спалится. А, ясно, что в песках, скорее всего, два игрока будут. Какие качественные, просто монструозные флешки набросил Сирсон. Все, в две пары глаз. Они заехали. X5 дожимает только по одному. Это 11-11. А ведь момент того, что К-23 угадали, имел место. Сколько они тут вчетвером практически там стояли. Да, да. А четвертый был разве что под позицией Сити. И, в общем-то, это позволило ему убежать. Да и, опять же, что там сейвить с другой стороны. Авик от Ксипауэра — это хорошо. МПшка — это, ну, лучше, чем ничего с другой стороны. Однако, тот факт, что с такой легкостью взяли раунд BIG, конечно, намекает, что теперь они уже даже фавориты, наверное, по шансам на карте Инферно. Это так... получается, что был счет 10-1, и теперь 10-1 был, теперь 11-10, то есть 9-1 в пользу BIG сейчас после того счета. Если так считать, тогда, конечно, да. Да-да-да. Даже... Даже нет, получается 10-1, 10-1. Все, они же раунд сейчас взяли, да, 11-11. То есть все, выровняли, все, игра с нуля, с чистого листа. Где там, где эти ребята из К-23, которые просто уничтожали, просто сидели с кислыми лицами. BIG, но они просто терпели, по всей видимости, не показывали никаких эмоций. С другой стороны, нельзя сказать, что там прям всю первую половину К-23 как-то кричали на линейку BIG. Нет, вели себя максимально интеллигентно. Паша Нож прожимает уже последнюю паузу, это на 23-м раунде, то есть больше не будет. Если там будут допы, близкая концовка, подсказать своим подопечным уже ему ничего будет нельзя. Ну ничего, на следующей карте еще столько пауз будет, еще 4. Хотя я по-прежнему сторонник того, что на допы следовало бы еще по одной паузе командам давать, потому что могут быть они довольно затяжные. Раскидались дропами, но в целом это будет эго. Ну, то есть какие-то пистолеты, МАК-7 и X5, в общем, кто на что гораст. И, конечно же, гранаты, которые тоже используются в большом объеме на дуге. Три девайса, точнее, три игрока здесь прямо сейчас. Ксипауэр уже подсаживают, он видит речку, стреляет сразу, идет репикать. Ну, слишком просто. Вот здесь Ксипауэр уже, мне кажется, начинает немного подгорать. Потому что против таких ребят, как Биг, против такого Авика, как Сирсон, вот так просто открываться. Возможно, Ксипауэр сделал ставку в своей голове, что Сирсон будет, ну, там, контролить, например, центр, сидя вообще в каналке, то есть что-то такое, стоять под ребрами, и можно будет спокойно банан забрать. Но нет, Сирсон стоял и конкретно его фокусил. Дальше на Авик, понятное дело, бегам идти не хочется, они просто отправляются по длину. Здесь у нас дигл, урон размазан. Все, что остается бегам, это пройти одного клакса, у которого армор, дигл, на этом все. Идет X5 поджимать спину. Сирсон говорит, убегай отсюда. Грабовичок. Даже летит. Тут не пошло. Ага. А и деньги, знаешь, были важны. То есть, ладно, там килл ты, ну еще $900. То есть, ты сейчас купил как бы дробовик и деньги потратил, и ничего. Никакого импакта от этого даже для самого себя не нашел. Ох, печально все для К-23 становится. Ну и BIG вообще, слушай, ну супер смотрится. Все у них получается, как будто подменили команду на атаке, абсолютно другой коллектив. Может быть, оно и легче, знаешь, как-то вот. То есть Тапсону там расставить молодежь, как-то, чтобы они еще убивали, а это первая половина на волнении. Не знаю, как по мне, все равно вот первая сторона ответственного матча — это атака, ну, получше, да. Ты раскликиваешься, что-то разбегиваешься. И у К-23, ну, такой момент и был. А BIG терпели. И вот они до своей атаки дошли. И вот теперь мы видим результаты этого всего. По-хорошему, здесь надо было отбирать авик. Не надо ножа, я думаю, не надо ножа. Надо, надо, просто надо. Не надо ножа, ну, пожалуйста. Кита, ну ладно. Как он орёт после этого. Мы закрыли раунд антиэкономически 5-0. Я сделал нож. Да, да, да. И прям на все место проведения, наверное, он прикрикнул. Друзья, напишите в чате, зря или не зря. Потому что деньги здесь, ну, во-первых, лишними не будет. Это не то, что 15-14. Когда ты режешь в последнем раунде, как Simple, например, это делает, да, ну, это, наверное, Мавитон. А вот здесь, когда ты отдаешь, ну, там, буквально 2-3 раунда, и уже эти полторы могут спасти тебе всю игру, почему бы нет, собственно говоря. Да не, я не про экономику. Экономика — то такое сейчас.
экономика, все нормально, там по 10 тысяч. У чуваков, как бы, ну что ему, 1500 туда, 1500 сюда вообще. Ну как, извини меня, то отдается 3 подряд, там все, и у тебя ни денег, ни я про момент, не, экономика, ладно, бог с ним, я согласен с тобой, тут даже я не спорю. Я про тот момент, что ты сейчас просто, ну ты не знаешь, что произойдет с чуваком, которого ты зарезал из своего команды, как они к этому относятся. Они, может, это их аккумулирует усилия, а может быть, наоборот, ты подавишь. Ты не психолог этой команды, не знаешь, я именно... Этот момент. То есть это такое, знаешь, типа, ты сейчас нажимаешь красную кнопку, и у тебя взрыв произойдет либо в другом городе, либо прямо под тобой еще что-то взорвется. Вот, типа. Представь, если бы Simple мыслил постоянно такими категориями. Не, ну, конечно, волков ну, боятся в лес не ходить. Ты даешь камбэк и такой, ой, я не буду резать, а то вдруг чувак проснется и начнет играть свою игру жизни. Но... Сомнительно, конечно. Сомнительно. Не, да, люди все разные. Люди, я ж не Simple, я мыслю такими категориями. Я ж не игрок. Я именно как комментатор просто мыслю здесь сейчас просто возьмутся К23 и BIG будут, ну, будут от них ноги вытирать. Ну, бог его знает. Посмотрим, ладно. А пока ничего в раунде в этом не произошло. 12-11, все хорошо у BIG, деньги есть, они на один раунд впереди, но быстрого энтри себе в этом раунде не нашли еще по-прежнему. Находят Рейджинс козырька, не поработали с гранатами BIG, пытаются на шару вскрыть пристройку. Ну вот, пожалуйста, закиньте. Поздно, все, Сирсон, поздно. Уже как бы 3 фрага вам дали. Вот тебе и раунд после ножа. Вот тебе и К23, что-то затыкались из BIG. И уже практически раунд для команды, играющей за сторону защиты. Времени банально нет, да, несется бомба на удачу от Кита. Но практически сухой раунд. 12-12. Ну как бомба, даже пакет остался у Сирсона на руках. Кита просто пошел, чтобы отъехать. Так вот, типа, я побегу, а вдруг 2 фрага. Может быть, как-то накалю экономику. Да, спустя сколько там раундов подряд? 11, 12, 10. Наконец-то, что-то удается сделать здесь. И К23 принимают они центр карты. Син 600, ну и 13 тысяч у Сирсона. Надо как-то потушнее играть все-таки. Беги, наверное, в основном известные неторопливым плейстайлом. Умением растягивать команду противника по карте. Дэшку Сирсон занимает центр. А здесь же защита выкатывает смычок. Под него частенько пикают полтора, например. Так что в него пистолетом, ну, решил Сирсон пострелять. Также посмотрите на дугу. Очень большой объем гранат. У Сина идеальный момент, чтобы прострелить, например, стекла и забрать Рейджина на козырьке. Но делать это лучше сейчас. Простреливают такое, на самом деле, но вот понимает ли Син, что ему это нужно сделать? Он даже не думает, я думаю, об этом. Он больше ждет справа чувака, который будет идти обратно на бойлер. Мы видим, вот нам легко, не знаю, я тут... Хотя, смотри-ка, Син. Может, какая-то инфа? Да нет, вроде инфы никакой нет. Сейчас, может, просто позиция в прошлом раунде была здесь, правильно? Поэтому думаю, что они сыграют повторно, и вот теперь я прострелю. Начал простреливать и пошугать его, когда пошел выход. Ну, это можно сказать, что сработало. Размен 2 в 2, 3 в 3 остается команда для атаки. Это всегда выгодно. На моменте неожиданности пытались ворваться сплитом через лонг, но там жестко задоминировал Рейджин. Ого, let's go, boys! Хорошо. Зря, не зря резал. Экономика плюс... Завелась команда после ножа, пока ни раунда не отдали. Конечно, связывать это с ножом можно много с чем это связывать. Ни раунда не отдала, 2 раунда сейчас. Увидим, насколько эти 1500 еще завершают. Но 13-12. Уже 1500 у Тапсона остается. У Кита, смотри, 800. Сидит на своем дроне железном. Лучший богатей в команде BIG. Сипауэр ждет мидл. Сирсон, ой, красиво вычислил, щелкнул из-под бревен, конечно, ну, вроде с его точки зрения киллы стандартные, и тем не менее, Финнигану как-то нужно отсюда уйти, Кит он не перестреливает, 3 против 5, успевает ли Рейджин прийти на бой, ну, как минимум молотов свой дать, он успел, дальше получает дым, Рейджин выходит на стрельбу, начинает жать, но снова-таки размазывается урон, 4 против 2-х. Дым. Ну ладно, теперь, наверное, ребята поняли, что он-то с просветом, причем огромным. И можно потратить второй смачок. К счастью, он все-таки есть. К23 зависит от экономики достаточно сильно. Уходит на сейв 13-13. Возможно, в такой динамике можно ожидать и допы. Да, да. Пошла у нас такая игра уже. Концовочка, когда раунд туда, раунд сюда. Ну, сейчас все хорошо в плане того, что благо 2 девайса хотя бы осталось у К23. Предыдущие 2 раунда они взяли, успели выйти вперед. И потеря 13-го не так критична. То есть там
Соперник не вышел уже на 14-й, как могло бы быть, если бы проигрывали предыдущие два. Но денег уже действительно нет. Очень, я вот смотрю, в этом раунде, видишь, Сирсен дает энтри, очень помогает BIG. То есть предыдущие два раунда они не могли найти контакта, К23 не совались ни на банане, ни на меду. Взрывается у нас игрок атаки, ну ничего, бывает. Там деньги есть, у Кита можно в долг взять. Вот, как бы никуда не совались, да, и приходилось BIG играть такими вскрытиями. То есть подойти под какую-то точку, что-то раскидываться, что-то придумывать. Это два раза мидл был. А здесь как бы Сирсен уходит на банан, на бревна, дает энтри, уже полегче. Уже как бы защите нужно делать ответный ход, они уже в меньшинстве. Там перестраиваться, бегать, угадывать. Поэтому BIG, конечно, сейчас привязаны к энтри в этой концовке. Ну вот посмотрим, как бы подтвердят мою теорию, не подтвердят. BIG, может, они из меньшинства вообще какой-нибудь раунд возьмут. А может, и из большинства проиграют. Поджим ковров, второй авик для X5. Ищут контакта К23. Но вот на банане играют достаточно пассивно. Финниган, что он там зажал в руках? Смачок. И молотов следом. Смог выкатил прямо перед стеной. Ну и дальше хотел, наверное, отогнать того игрока, биг, который уже занял бочки непосредственно под точку входа на Б. Да, потому что там К23 уже стояли под кафелем и ждали. Комбина интересная, жаль, не сработало. Беги просто не успели занять бочки. Так что это... Фишка может сработать в следующий раз. Раскидывает Кримба фейком центр карты. Сам пойдет к своей команде, наверное. Ну и после этого, понимая, что скорее всего на Б будут двое, Биг попытаются туда наскоком и зайти. А есть там хоть один авик? Да-да-да, X5 как раз с ним и стоит. Выкатывается дым. Еще один. И не то чтобы ультра много гранат, чтобы его проходить. Буквально там 2-3 флешки. Но вот Финниган оставил себе еще и зазор. Посался немного за Сити. Ему сказали тиммейты, что он там какое-то время не проверялся, плюс туда дым упал. Так что кто-то через эту позицию мог бы пройти. Причем побежали еще и вдвоем прямиком под Б. И Клакс уже в спине. Слишком долго и слишком просто. Беги, решили здесь отыгрывать. 2 в 3, ну красный Тапсон. Конечно, такое не взять. Ну, что тут можно добавить? Стояли в пятером под бананом. Один пошел, дал там пару постных гранат на центр. Конечно же, это нисколько К23 не смутило. Им надоело ждать. Они пришли вчетвером на Б, приняли биг. 14-13. А смотрите, Тапсон улыбается. Что я наколил, думает? Что мы сейчас сделали? Ну, Сирсен опять искал энтри на банане. Пытались сыграть точно так же. Энтри не нашли, закрылись К23. И видим, что BIG никак не могут. Просто вот, ну, когда надо подойти, раскидаться, куда-то выйти. У них что-то не получается с этим моментом. Проворонили спину, действительно. Очень долго выгадывали этот раунд, разбирались. Ну, видимо, очень много общения с молодежью здесь надо. То есть каждому надо объяснять, что делать, куда кидать, на каком тайминге. То есть, возможно, в старом составе BIG там с полуслова бы друг друга поняли. И спины бы никакой не было, или кто-то бы посмотрел. Что вы робите, хлопцы? Да, тяжелые раунды пошли для BIG. Уже команда К23 впереди, но деньги по-прежнему у BIG присутствуют. Авик у Тирсона, все с калашами, все с гранатами, все хорошо. Получают средний смачок на меду. На банане решили не сопротивляться. Теперь никакой комбинации Сирсона с подсадкой на бревна здесь мы не увидим. Жгут агрессии, наоборот, от команды соперника. Ну и тоже, с другой стороны, К23 бы по-хорошему не подставляться нигде. То есть какие-то случайные фраги, которые по ним делают, могут привести к тому, что они там раунд проиграют, второй проиграют, и минус карта, которая, в принципе, пока что под их контролем. Но нет, они на активности постелили смог свой дальний, пошли под него пушить, это прикольно. У них теперь есть под контролем полкарты. Пока что BIG сюда идти не будут. И с другой стороны, обратите внимание, сетап ковра, двойной рефлай, снайпер. Кита ждет до конца этот прожим. Фрифраг. Просто фрифраг для него. Не знаю, почему Рейджен столь просто решил идти. Потому что ребра только-только занимались. Но инфы от игроков на о том, что выход уже на точку пошел, наверное, не было. И из-за этого, конечно, поджим Рейджена очень хорошо здесь не выглядел. Есть все-таки размен. Здесь как раз X5 нашел того самого Кита на размене, сидя на банане. 4 против четверых. 38 секунд. Сидит X-Power. Ждет шорт, проходятся ковры, это плюс еще одна точка, можно теперь и лонг использовать, или, например, забить на него. 29-28, идет Тапсон, последние флешки, промахивается Ксипауэр, ой, боже мой, падает Финниган, Клакс в секунду. Друзья, три опорника на Апленте и ноль фрагов при этом заходе, хотя его направление было плюс-минус понятно.
почти с самого начала. Ничего К23 поделать с этим не сумели. Хотя перспективы на это были. Я даже не знаю, можно ли кого-то отдельного в этом винить, вроде Ксипауэра. Ну, промахнулся, и ладно, есть же все равно два тиммейта. А нет, оказывается, решает. Посмотрите виноваты на деньги. Тут, и не тут... виноват никто. Ну да, и тут еще загонять АВП, теряешь его, и все. Единственное, у кого есть деньги, это Ксипауэр. А что делать в следующем раунде? Отдавать 15-й, потом выходить на топы. Или как? Да, разносят X5-го. 14-14, nice boys. Хорошо. Возможность выхода на 15-й. Главное не залить то, что заливать не следует. Да, беги, а то они любители в некоторых матчах. У противника пистолет, один какой-то девайс. Мы пушим Б, а там пятерка. Просто думать про все сейчас надо бегам. И Гоби об этом говорит. Просто в фокусе, пацаны. По-моему, у них есть какой-то план, да, на раунд. Но не забывать ни про что. То есть про пуш в первую очередь не забывать. Думать, где соперник может удивить какими-то сетапами, и все будет нормально. То есть, в принципе, мы видим, что выходы есть у BIG, гранатки, все знают, что делать. Просто быть в фокусе, не втыкать в таких моментах. Тапсон тут, конечно, пронес просто метлой. А, как жухлые листья команду К23 смахнул с этого плента. Ну, смотрим, что буду делать К23 с другой стороны. Авик у Ксипауэра и 4 пистолета. Окей. Если Ксе сейчас не даст жару, то, по идее, фрираунд для команды BIG. Ксе пытается дать жару на миду, ждет удобного тайминга. Флешку переждал, пикает каналку. В каналке никого, пытается перестроиться на яму. Не пытается, все, очень безопасно вроде бы для себя. Но совсем скоро надо будет уходить, там, возможно, полтора придет. Но Ксе стоит в полной уверенности, что этого не будет. Так, BIG у нас по базе. Ой, он находит этот фраг. Даже обсервер уже не верил. Увел камеру от него. А он минусует Кримба. И что, BIG пойдут до конца на базу Б. Там сейчас двое и будет еще плюс два. Авик пытается нестись. Понимают, беги, что они выходят просто против пистолетов. Один этот пистолет все-таки минус дает. Начинают крутиться. Немного паники. Но нет. Пожар потушен. Точка Б забрана под контроль. Авик за смоком. Инфа стопроцентная. Накидывает два молика на дерево и слева от него. Ну и все, осталось, да, проконтролить спину, как самый опытный Тапсон этим как раз-таки занимается. Сирсон, как второй самый опытный, ставит бомбу, все важные функции что? Разобраны, приходит калашик. Отвернулся-то зачем? Отвернулся-то зачем, Тапсон? Это может сейчас стоить всего раунда. Насколько это было важно. Но сейчас Клакс, он знал, что играет против Авика, пытался развести его, просто юспом, не получилось. Сидит Сирсон, ладно. Все-таки можно, наверное, выдохнуть на какой-то момент, потому что китов нет, либо действовать сразу и заставлять Сирсона здесь ошибаться. Сирсон, кстати, действительно эту ошибку допускает, выпадает Син. Но ему не хватает урона, банально не хватает урона, чтобы забрать Сипаура. Твою налево, Тапсен, Тапсен. Почему он отвернулся? Дым лежал на гробах. Может быть, тиммейт его отвлек. Сказал, типа, посмотри мне в этот дым, потому что оттуда кто-то может прийти. Но раунд, который не имели права К23 забирать, они сейчас выигрывают. И что я говорил? Перед началом этого раунда сейчас будет какой-то заход на Б, что-то там беги зачехлят. И, конечно, это не был суперфаст. Но получилось примерно так. Один авик и столько проблем для биг. Теперь максимум допы. Максимум, на которые они могут рассчитывать. Ха. Судя по Сирсону, это, наверное, он попросил Тапсона развернуться. Он сейчас, знаешь, наверное, как Симпл на вора. Тут, может быть, тоже у него такая реакция. Типа, ну какая флешка, Симпл говорил о Тапсон. Типа, ну какой, развернись, посмотри мне в дым. Ну какой, ну я же банан смотрю. Ну зачем ты у меня просишь это делать? Пошли прожимать второй центр. А ребята из К23 принимают здесь Финнигана. Однако Клакс на Мексике, и к этому готовы игроки BIG не были. Отпустят ли самого Клакса? Да, он просто врывается в двери без стука. Еще идет. Ну ладно, это уже слишком опасно было бы для него. Ну озверели просто К23 уже. Пушат в респу команду BIG. Пока, наверное, ну не стоило этого делать. Ну пытаются первым номером закончить, как бы первой скрипкой сейчас эту катку, чтобы допов не было. Я думаю, К23 не очень хочется в допы. Коли уж такой они раунд взяли. Пока что терпят, стоят BIG. Банан, кстати, под контролем немецкой команды. Постаивает там кита, ждет какую-то, ну, такую флешку середины раунда на проверку, близко к стеночке, чтобы было безопасно, если что, под эту флешку отойти. Ну, что не происходит? Сирсон промахивается! Ой-ой-ой, как бы этот промах не стоил им карты Инферно. Ну, пуш удался, можно сказать. Причем удался до конца. В большинство все-таки вышли парни из К23. BIG разбираются... Куда они будут идти, разбирают гранаты, какие будут кидать. Ну и по идее до конца на точку А там
два игрока команды К23. Такое можно заходить? Ну вот сколько при этом они потеряют здоровья и всего остального? Поставят ли бомбу? То есть сколько у них народов живых останется? Вопрос. Или просто не зайдут, и сейчас у нас на 14 Рейджин дает минус 2 и ГГББ. Не, не дает он минус 2. Переждали паузу после молика ребята из BIG. И после этой паузы выходят, пытаются на Рейджина, забирают его со второй попытки. С первой попытки забирают Клакса, ставят бомбу на дефолт. Ну вот то, о чем я говорю. То есть посмотрите на ХП. Да, там Мавик с одной стороны, но есть же еще и X5, то есть, может быть, это как-то и зарешает на самом-то деле. И но эти вопросы... действительно, BIG не хватит. Знаешь, уже не имеет значения, сколько хп потеряет и так далее. Раунд последний или берете, ну или все, или отправляетесь на следующую карту, проигрывая 0-1. X5-го замечают. Он теперь тоже знает об одной позиции, прекрасно осознает. Второй будет сидеть где-то в точке. Пытается второго начекивать, по-моему, даже увидел или просто отогнал, но почему-то отворачивается от Тапса. 15-15, это допы! Очень странное выбивание получилось по итогу. Какое-то слишком зажатое от К23. Беги. И Тапсон сами не верят своему счастью. Что мы это взяли с двумя красными? Хорошо. Паша, ну что же, улыбается. Типа, пацаны, вы это отдали двум красным? Вы серьезно? Но тем интереснее смотреть за этой встречей. Все, наверное, еще со счета там 12-12 или около того. Возвращаемся, уважаемые зрители, овертаймы. BIG против команды К23, раунд под номером 5, матч за выход на мажор или на вылет с РМРа. Победители пойдут дальше, поедут в Рио, но проигравшие
Проигравшие непонятно, что с ними будет. Тапсы нашифровывает, доползли до овертаймов. Чудесами непонятно, кстати, ну вот кто чудесами здесь дополз, потому что были шансы закрыть эту карту. И у BIG были шансы закрыть эту карту, и у К23, но мы здесь в данный момент времени, студия МНКС, друзья, в прямом эфире, Ленин и Окрошка у микрофона, давайте с интересом наблюдать, что здесь будет. Да, будут здесь допы, как минимум одна серия, а может быть и больше. К23, не знаю, довольны пока своим выступлением или нет, потому что, с одной стороны, на биг здесь кайфы были 1-3 примерно к 3 на К23, и при этом допы, но с другой, одна из самых слабых карт, ну, биг, с которой К23 по которой справляться не могут. Начинается все с занятого банана, вот Berlin International Gaming и хаешки, которые сдабривают X5, и на 40 хп он просто уходит в точку, подсаживает тиммейта на тройку. У Бика остается люркер под А. Он сидит и контролирует поджимы со стороны центра карты. Ну, а основное звено Бик пойдет на Б. Собственно, дымы они уже закидывают сейчас. Выход планируют довольно резкий. Однако здесь три игрока. Или это может быть фейк и разворот. Такое тоже возможно, потому что количество гранат-то позволяет. Хорош, смачок выкатывают. Потерпел игрок защиту немножечко и прокинул его. И все, теперь точно желание у BIG. Заходить до конца на базу Б пропало, придется внюхивать, что происходит на ребрах. Опять же, тратить здесь какие-то гранаты, не понимая, какой стоит сетап. Смачок, они два смока на лонг дали, потратили два смока на лонг. Не разобрались, не договорились. Окей, а здесь три человека. Ждут Кримба, который проходит по коврам, дает тот молик на разлом курилку, раздает флешки налево-направо, подготовил себе почву, вроде как должно казаться команде К23, но основное звено вместе с бомбой у нас будет выходить на базу Б, пока что не очень удачно. Финниган дает свой фраг, теряет X5, остается стоять за троечкой, никаких гранат нет, нужно до контакта забирать его, времени не так много, Финниган шьет еще одного и все. На этом раунд закончен, К23 все-таки забирают, но... BIG остаются ничем. 16-15. К23. Первый раунд защиты на овертайме. Я вот что, понять не могу, неужели у Сина не было времени запушить тройку еще и поставить бомбу за фонтаном? По-моему, время ему это позволяло. То есть оно не позволяло Сирсону дать этот килл, подобрать бомбу и потом ставить. Сейчас посмотрим за этим моментом. Смотрите, 7, 6, 5. Ну то есть 7. У тебя есть 3 секунды и где-то... Секунда тебе нужна для того, чтобы тройку префом забрать, и ты уже практически стоишь на моменте установки бомбы. Учитывая, что за тройкой был красный игрок, ну, обязаны были это делать. Сирсен дал какой-то шот в прострел, потом на глок переключился, пока что-то ушел за Б1. Ну да, согласен, какой-то момент неразберихи легкий был. По таймеру все очень было на тоненького, поэтому такое бывает. Но как бы... Надо было не доводить до такого таймера. Что ж, смотрим дальше, что будут делать беги. К23 решили играть издалека этот раунд, не соваться абсолютно на банан, тем более предыдущий в такой манере у них выиграть уже получилось. Просто грамотно распределять гранатки, не подставиться, и все будет нормально. Финниган уже стоит на смачке. Прокидывает его, но он поздний, заход будет до конца. Смока, кстати, на гробы здесь не... Ой, ну... Сбрили просто от пункта Б. Но, слушай, либо так, как в прошлом раунде мучительно, либо вот так просто. То есть два абсолютно разных раунда здесь получается. Ну и К23 думает, что им делать в конце этого раунда. Да, сейф. Сейф должен быть. Сейф, да. Да, 10 тысяч долларов дается. Здесь на допах, которые проходят и на мейджоре, и на РМР, конечно, турнирах тоже. Учитывая, что там по 2200, 2800, конечно... И перспектив на ретейк никаких нет. Если бы было хотя бы по 12,5 тысяч, наверное, не было бы резона девайсы уносить, пошли бы и выбили. Ну а так как... Что? Почему Вальф не меняют? Все уже перешли. ESL, Blast, Вальф. Вальф по-прежнему в 19 веке. По-прежнему или сейвить надо на допах, или третий раунд с пистолетами играть. Ну, кстати, это определенная интрига, то есть это добавляет интереса. Приходится играть не просто в шутер игрокам на овертаймах, да, когда у тебя 12500, не думать о деньгах, а играть все-таки в тактический, экономический, да, такой немного шутер по старым правилам, распределять свои усилия по трем раундам. Бог его знает, перейдут ли Вальф или нет на это дело в ближайшее время или не в ближайшее. Но пока так, как есть. По этим правилам у нас все проходит. 16-16, последний раунд первой половины овертаймов остается. Гобби нашифровал. Паша ножа, кстати, давно уже нет паузы. Там, по-моему, причете что-то типа 12-12. Там, ну, какой-то такой счет был. Мизерный еще и последняя пауза была. То есть все, свои тренерские обязанности.
Все-таки он закончился, где-то отдыхает. А его парни, кстати, сражаются и без пауз очень даже неплохо вывели на эти овертаймы. Могли вообще в чистую закончить карту. Да, такая возможность у них была. Рейджин 28-23. Поливает нормально. 26 на 18. У Сирса на статистике Ксе очень-очень серьезно ошибся. На центре карты хотел постреляться с позиции Мексики. Каналка по-разному называется. Но, не знаю, мне кажется, что-то его или отвлекло, или просто да, что-то, в общем, переместил свое внимание. Как-то, да. Но 5 в 4 начинают беги. Но в большинстве, хотя идут на укрепленную базу. Здесь три игрока. Они еще и делают контр-выпад под гранаты, которые выкатывают беги. К-23 тоже делают контр-агрессию. Причем движутся даже дальше. Залетает флешка в глаза Рейджину. Рейджин говорит, X5, куда же ты ее даешь? Что же ты делаешь? Может быть, сам от нее не отвернулся. Дальше Финнига, но он на цементе. Первого бреет, второго бреет. Что же там по третьему? На третьему уже патронов не хватило. С 25-кой уработал бы сейчас. Третьего и четвертого бы еще оставил красным. При этом основной костяк BIG сейчас движется по коврам. Клак сидит на тюрьме, и один килл для него почти обеспечен должен быть. Ну что со стрельбой? Вот иногда она, конечно, особенно в ситуациях, когда сайленсеры вот просто 99 из 100 дают эти киллы, у К-23 почему-то залетает с намного меньше охоты. Ну вот как сейчас получилось. То есть ты открываешься уже в преимуществе, ковры, возможно, и не тебя фокусят, например, и просто половина пуль мимо. На самом точном девайсе, наверное, вообще среди всех, ну автоматических, так точно в КСе. Бывает. Это жизнь, это лайф. 17-16 или X5 берет 1 в 3. Реабилитируется, так сказать, за флешку отброшенную. Два битых осталось. Инфы у него, конечно, нет, но здесь уже как бы и выбирать не приходится. Просто надо ворваться на ноге, чекать все. Информация, скорее всего, хотя бы по одному биту у него точно присутствует, с кем Клакс стрелялся. И он выходит просто по давик и все-таки... Ну, логично. То есть у нас и атака в основное время 10-5-10-5 выиграла, и овертайма получается 2-1. Посмотрим, чем ответят сами уже К-23. Довольны пока что BIG, но это не победа еще далеко, я думаю. Потому что в защите все-таки были проблемки у парней из BIG. Я думаю, К-23, ну, минимум один раунд здесь точно должны забирать. Посмотрим. Начинается у нас вторая сторона овертаймов. Были в первую очередь с бананом, с базой Б проблемки у BIG. В принципе, с активностями, какими бы ни было. Ну, как это вот поменяется на овертаймах? Сейчас увидим. Пока они оставляют одного человека на базе Б, мечется по риску кита туда-сюда. Какие-то, потому что ответные летят от атаки гранаты. Ну, приходится здесь возвращаться. Окей. У Рейджина уже 15 хп после встречи со взрывчатыми веществами. Неприятненький момент. Но по-прежнему ваншотный калаш на руке. Если что, хэд можно будет поставить. Так, а что-то там пишут по поводу матча Vitality против Героик. Мол, за его остался... А, я понял. За его остался один на Б и сделал минус 5. Как тебе такое? Я сейчас открыл просто скорборд. Kills feed. И вижу, просто три стартовых фрага дают Героик. Остается у нас, значит, 5 в 2 идут на заеву. Просто 4 хедшота, 5-го спрея вырабатывает. Ну, найс, найс получается. Там тоже есть зачем следить, друзья. Подсаживаю Тапсона пока на Б3. Ну и в первой половине этих допов у К-23, по-моему, была такая позиция, которая сработала там чуть ли не на 2 фрага. Сейчас Тапсон тоже сам попытается сделать. Причем, гляньте-ка на Сити, там у Сина целый шквал гранат под ногами. По логике, конечно, биг по шансам впереди в этом приеме. То есть у них есть Грен, у них есть здесь три игрока, что К-23 должны с этим делать. У них еще и Бодя битый, и Рейджин вообще красный, 55 хп. Открывается Финниган, начинает здесь им что-то настреливать, Ксипауэр его спокойно закрывает, дальше Тапсен, поливает двоих. Хорошо, теперь можно уходить, и Кримбон здесь уже по-любому не читается. Скорее всего, никак. Ага, прочекали. А теперь зажимают еще одного за троечкой, это большинство для К-23. Как же все равно развалилось. А, и Син не сработал с КТ, должен был хотя бы один фраг давать. Ну, только вот подсадка на минус 2 сработала. То есть, по факту, три опорника базы Б дали 2 фрага на троих и чуть дэмэджа. А, дэмэдж, кстати, Рейджин вообще от гранат получил. Ну, окей, выбивание идет зато. Кита минусует Рейджина битого. Что дальше? Держит под прицелом Сирсон Тёмку. И, по идее, должны примерно понимать, где последний вовремя ставит X5 прицел. Точнее, X-Power прицел наверх, на B1. Теперь он один... Один и просто щелкнуть, угадать слева или справа. Казино для Типаура. Казино, в котором выигрывает мистер Сирсон. 18-й раунд. Взят после диффуза этой бомбы. И первыми доходят в овертаймах до мап-поинта. Все-таки немцы.
Хладнокровно, Сирсан. Хладнокровный ретейк в целом получился от команды BIG. И, конечно, по морали К23 сейчас будут далеко позади. Потому что они поняли, из каких неприятностей вообще-то им удалось выпутаться. Их трое игроков принимало. И Тапсон зажал по двум. И третий, в общем-то, за Б2 вообще никак не считался. Ух, ты как-то орешь-то просто. Слушай, Асина, может быть, взяли, потому что он тоже такой достаточно активный человек. Не то, что он, знаешь, кричит там. Потому что все кричат. Прям видно, как его переполняет это... спортивная злость. 18-16, два раунда нужно до вторых допов, К23. Как же им тяжело. Вообще, как тяжело против таких душных биг играть. Даже на карте до Инферно. Следующий будет Мираж, а с Миражом по винрейту уже у К23 большие проблемы. Кажется, вроде бы СНГ команда, да, и как может быть 17% винрейт. Но, да, эта карта дается не всем. 30-18, Сирсов. Вот он, снайпер здорового человека. Если бы еще играл стабильно. Потому что потолок уровня, потолок скилла у Сирсона очень высокий. Ну, я бы сказал, там, чуть хуже, может быть, чем за Иву и Симпл. Но вот стабильности ему очень сильно не хватает. Где-то он может закинуть вообще там 5 на 15 идти. Такие катки, конечно, у лучших игроков бывают редко. Хорошо, не всем, не все симплами рождаются. Бывают подъемы и падения. Смотрим, что будет здесь у Сирсона, стабильный энтри или нет. Ну вот, вот и нестабильный Сирсон. Вот и нестабильный прострел в смоки, вот и минус кита по голове, вот и классно с гранатами поработали К23. Под себя флешку прокидывает Тапсон. Должен был, по идее, двоих уничтожать, но второй игрок все-таки успел от флешки отвернуться. И когда повернулся, дает два фрага. Рейджен. Ну, не будет здесь выиграна карта Инферно с первой попытки точно. Первый маппоинт уже, скорее всего, отыгран. Син один. Так. Ну и что, бомба несется на базу Б, теперь Сину, ну, деваться некуда, надо, наверное, хотя... Попытается, наверное, попытается. Подойдет под банан с калашом, там, главное перезарядить его по пути, не забыть. Накидывает флешку, говорит, парни, я иду с банана, встречайте меня. Ну, наверное, если бы тиммейты ему сказали, иди сейви, он бы пошел, а так... О, преф на одного, ксипауэр, немного... Ладно, не попал, наверное, по рейджену. Пытается загнать тройку. Что же по тройке? Будет ли пушить его КТ? Где бомба? Ну, ладно, такой отчаянный. Наиболее отчаянный клатч из тех, который мог бы получиться. Что сказать? 18-17? Знаешь, да. Может себе, ну, такими клатчами, типа, ну, момент не последний же, да, на карте. То есть еще раунды будут. Молодой, типа, заработает. Ну, ему сказали, да иди ты попытайся. Зарабатывает авторитет, типа, ну, вот растет игрок. Сейчас бы взял один в клатч, мы бы тут так орали, децибелы бы такие были. Куда он, типа, пошел? А он же это взял. Да это Джейс, да такого не может быть. А, ну, бывают такие моменты, поэтому почему нет? Пошел на хайлайт, но хайлайта не случилось. Бывает. В следующий раз придет этот хайлайт. 18-17, одна попытка осталась у BIG закрыть карту Инферно, либо у нас будут вторые овертаймы. Как мы помним, защитой у BIG в основное время и так были проблемы, но, в принципе, сейчас все подтверждается. Может быть, у нас 2-1, 2-1 за атаку, и вот мы в следующих оверах. Либо отстоят BIG, либо все-таки получится. Играет дефолтик, 3-2 по плентам, никуда не суются, бананы не лезли, мид не проверяют, так, посматривается лонг, посматривается шорт, я так понимаю, с балкона, и все на этом. Поверить во второй овер здесь вполне можно. Помним, что происходило в основное время в атаке от К23. И как они были хороши, насколько они не оставляли вообще мокрого места от команды BIG. Тем более в этом раунде, да, уж две МПшки, и, возможно, этот сейв лишним бы от Сина не был. Но, наверное, как ты и описал, пытались дать уверенности. Две хаешки отправляют пока за цемент. Опять разбрасывает X5 здесь с фейком небольшим. Точку А, накидываются грены, возможно, Кита, да, займет здесь упор. Но вот станут ли беги еще кого-то отправлять под Б, тоже вопрос. Выкатывается дым, который полностью К23 игнорируется. Идут наскоком на Кримба. Тот свой фраг не дает. Сирсон простреливает двоих. Найс, авик на секрете, это очень опасно. Движется к нему Клакс. Сирсон в прицеле. Сирсону нужен третий минус, он его дает. Еще продолжает жить, все тиммейты уже здесь. Выкатывается Кита, просто на кафель начинает поливать туда-сюда. Что же ты делаешь такое? Минус 2 и от Финнигана, и от X5-го. Бомба ставится за B1. Выходит Тапсон, ищет контакт, видит гробы, не перестреливает. Что вы заливаете? Просто что? И теперь Син, да, в клатче. Теперь 1 в 1, не перестреливает X5-го, 18-18. Кита. Я не знаю, или он просто сам решил, по-моему, даже флешки какой-то не было. Просто вышел, посмотрите на Пашу ножа. Типа, мы это взяли? Беги, вы сейчас серьезно отдали это? Что? Что залили сейчас беги? На Сирсона посмотрите! Такой, пацаны!
Я жил, насколько это было возможно, дал вам трипл килл, сидел, ждал, что же вы делаете такое? Что вы просто творите? Разный спектр эмоций у Сина, может быть. Так, ну и все, включаемся уже в игру. Надо забыть о том раунде, надо помнить о следующих. И опять вот, что самое страшное для BIG, конечно, после такого раунда они еще и продолжают играть за неполучающуюся откровенно сторону защиты. И начинают из меньшинства. Уже похоронили Сирсена на старте этого раунда. Ребята из К-23. Топсен пытается ответить. До проброса Молика успел один фраг сделать. Мог бы, кстати, зацепить и второго, но второй увильнул от этой дуэли. Неплохо. Разменялись по факту. Получается 4 в 4. 2-2 по плентам. То есть никаких рискованных решений. BIG уже в оверта. И только я сказал, третий пошел на. Окей. Будут укреплять, будут угадывать. Что там на базе Б у Кримба? Смог Молик флешка. Смог держит в руке. Боится уже. Ну, чекает плечиком. Чекает плечиком. То есть увидит, прокинет. Тем более ничего не происходит по карте. А поменялись они, кстати, местами. То есть Син пошел на базу Б. Это не просто угадывание точки А, это смена позиций. Подсаживают Сина. Выход пойдет на Б. Буст, который обычно чекается. Хелпы никакой. Либо опорники справляются с выходом от К-23 сами, либо отлетают и свою серию команда атаки будет продолжать. Горает молотов на бочках, на всякий случай его сюда отправили. Кримба сидит на гробах. Будет такой, пусть и стандартный, но своего рода байт сетап. Получает дым. Сидит Син. Где же килл? Где же возможности? По нему попали. А, возможно, это слышали. Забирают его с прострелом через дым. Минусуют Кримба на пленте. Надо сейвить. Надо сейвить, выбить такое без гранат. В меньшинстве процентов 15 в лучшем случае имеют возможности. Беги. А вот 10 тысяч за сторону защиты. Ну, не хотелось бы сейчас проигрывать второй и оставаться просто там на 2900. Это хреново было бы. 19-18. Непоколебимый К-23. На раунд как-то это надо брать. Хотя бы один в защите BIG. То есть, если они 0-3 в сухую сольют защиту, ой, не верится, что вот идеально они проведут свою атаку. Все-таки не идеально. С погрешностями. Отыгрывают пока. Давай, вообще, слушай, погрешности, это все техника по игре. На самом деле, если посмотреть на линейку BIG, у них такие волны эмоций, то есть то вверх, то вниз. Они там уже из последних сил, там на грани инфаркта некоторые играют. Ой-ой-ой. Просто хватило бы сил на эту карту Инферно. И повторчик идеального преступления от Псипауэра. Идеального преступления под номером 2, конечно, разносит этот молодой человек. Вперед уже выходит К-23. BIG что-то нужно делать. Как-то, не знаю, ну, блин, какой-то мультиэнтри найти в раунде, чтобы, ну, 5 в 3 уж точно не сольют раунд в защите. Но пока этого сделать не получается. Очень сложная против них команда. Еще и незнакомая, что немаловажно. То есть понять их, как-то паттерны, да, с ними они не играли до этого. Очень сложно BIG. Ну, а К-23... наверняка имели много информации на подготовку под BIG. Смотрим за очередным раундом. Понеслись в контратаку. Беги. Тапсон сам себя упускает вперед. Горит молотов, ведь тиммейт его тушит. Хорошо. Нашли все-таки свой стартовый минус. Беги. Отстрелялись 5-4. Там же был выпад еще и на мидл от Сина. Но соперник спрятался. Сидел у нас X5 просто в кармашке. Игрок номер 7. Подходит вплотную. Пропускает Кримба. Не реагирует на кита. Странно. Казалось, что был шанс заметить ножку проходящего игрока BIG на цемент. Как мы видим, у молотов дается немного не туда. Сидит Сирсон. Немного опасается за ковры. Все-таки Тапсон сюда пришел на помощь и берет под свой контроль длину молотов, который закидывается К-23 за спину, заставляет их двигаться. Дальше флешка. Тапсон. Ну ладно, идеально здесь. Просто идеально. Все исполнено. 19-19. Или Богдан Ксипауэр сейчас выиграет 1 в 4, что уже удавалось сделать Сирсон. По факту даже 1 в 3 на бомбе. Не, шансы неплохие. Бодя! Вперед! Сейчас BIG договариваются, как они будут действовать вместе. Дожидаются последнего игрока. Кита, кстати, очень долго идет на шифте, что-то шел. А Ксипауэр себе стелит смачок и попытается хитро под ним. Ну, единственное, что надо сделать BIG, это вот, ну, вдвоем вместе или втроем. Вы, ну, куда вы на шифте, братю, не идете? Нет, все равно разменяли. Один на шифте, это была приманка. Отдали Кримба здесь на заклание победы. Ну, а следующий уже выпрыгивает. И снайпер в упоре, конечно, даже релоднуться не успел, банально перевестись. Кулачок после диффуза бомбы. И еще один раунд для команды BIG. Все-таки взяли в защите.
А может быть, возьмут и второй, вытирает какие-то пот со лба. Он все еще, наверное, не может отойти от последнего раунда первых допов, в котором, ну, как раз-таки его килла, наверное, и не хватило очень сильно. Уже галил, хотя и бомба была, и победный раунд. Немного странно. Какие все-таки, какая странная система, вот это 10 тысяч. Ничего не скажешь. Это, конечно, бессмысленные вопросы, типа, Valve, почему? Да, не почему, просто так кому-то захотелось. Но на фоне все развивающегося КС, на фоне 12,5 тысяч, которые некогда предложил в Твиттере Глейб, и турнирные операторы это приняли. Конечно, такие решения от Valve запоздалые, или их отсутствие не очень... Не очень хороши, с одной стороны, с другой, это Valve, мы уже давно привыкли. Занимаются ковры К23 и уходят вообще под Б. Интересно, с чем связано это решение. Втроем. Может быть, ретейкнут банан, а дальше думаю, еще кого-нибудь сейчас... отправят. Да, середина раунда. Должны, по идее, игроки атаки банан перезанимать. У нас здесь как раз трое. Опа, мы выигрываем. Но нет. Прочекали, никого не увидели. Дальний молик закинули. И, по идее, пойдут пушить вдвоем до конца. Отправили назад на точку от Тапсона. Тапсон несется во весь апорт. Уже флешки на миду летят, занимаются ребра. Выходят на пустые. Ребята из К23... Кита показал свое присутствие на лонге, уходит на релот. Как не вовремя, Кита, ты опять руинишь мне. Успел перезарядиться, еще и Тапсон дает минус 2, нормально. В этом раунде отстреляли. Ну, на самом деле на волоске был. То есть забери здесь Кита, потом в ряд еще Тапсона постели и все. Пиши пропало, 5 в 3 атака, ставит бомбу, там зажимает одного опорника в точке А и как бы уже вперед выходит. Но близки Биаджи к тому, чего они делали в первых овертаймах. Взять 2 в защите. Пока забавный твит от Квана. Сейчас его прочту, потому что может быть 18 секунд до конца раунда. Значит, читаю. Сейчас эти ребята, ну, значит, здесь фотка матча, вывеска Vitality против Героев. Сейчас эти ребята играют за право сразиться вечером с OG в матче за квоту. У всех трех команд счет 3-1. Vitality и Героев получили худший посев, потому что изначально по рейтингу им достались соперники более слабые, чем у OG. Бухгольд тупо не подходит для определения топ-3 турнира. Вот такие вот интересные вещи. Я тоже немного удивился, что значит Vitality и Героик играют за право сразиться с OG. И только там будет выяснено, кто попадет в легенду, а кто попадет в Challenger Stage. Интересно получается. То есть OG номинально впереди, потому что противники у них были сильнее. Забавно получается. К23 в защите. Занимают ковры. Это Бодя подгорел. Услышал этот момент Кримба и, конечно, начал поактивнее смотреть на ковры. Так, ну что ты здесь вообще? Просто ни сном, ни духом. Син бежит с ножом наперевес. Начали свою атаку уже отдавать. Какие-то вообще непонятные ошибки от Бэджи. Ну окей, разменялись равноценно. 3 в 3 теперь... Несмотря на то, что равный состав, плюсик для них. Один опорник всего лишь на базе А, а второй, ну, будет читаем, который будет подходить. X5 попытается замкнуть эту... А, вот Клакс может... Нет. Неожиданная позиция, но все равно его здесь разменивает, и все. И на точке больше никого не присутствует. Контроль от библиотеки Сирсона. Контроль, точнее, библиотеки от Сирсона. X5. Сводим все один к одному. И последний бит и Кримба. И Кримба сейчас надо выбрать позицию по-быстренькому, из которой он будет эту бомбу оборонять. Он-то не знает, откуда придет игрок. То есть ковры, шорт, лонг со всех сторон может прийти. Ого. А против ковров-то позиция вполне нормальная. Спрыгивать придется X5-му так или иначе. Только если он не будет рисковать и бесшумно спрыгивать по повозке. Итак, X5 держит под контролем позицию велосипеда. Спрыгивает, подворачивает ногу. Но ХП было очень мало у Кримба. Но никакой элегантности в этом клатче не было. Все сурово. Ты прыгнул такой. Эй, смотри, я здесь. Давай, открывайся. Я тебя перестреляю по-быстренькому. И пойдем в следующий раунд. 20-20. Вот что непонятно. Нужен ли был этот подпик центра Сирсону? Сидел ведь целенаправленный X5 и ждал, думаю, сейчас меня по-любому с центра пикнут. И я смогу сделать этот килл. Хотя, казалось бы, 2 в 1 на бомбе, просто ставь, обороняй ее с двух сторон, все. А план выбивать не так-то просто. Почему же Сирсон туда пошел? Ну, у него какие два пути? То есть, какой план в голове? Либо оставаться на месте, либо идти к тиммейту в сайт. Идти к тиммейту в сайт через арку в библиотеку опасно, чувак может прийти. Или через мидл. Ну, типа, решил, что через мидл на шорт пойдет, по идее. То есть не принял решение оставаться на месте. То есть мог быть, наверное, X5 и СКТ. Также мог быть с мида. Ну, не угадал, наверное, бывает. Хотя нам из глаз, опять же, Сирсон не показали. То есть пикал ли он, или просто мимо шел. Ой, просел сильно Кита на старте раунда. Закидали
Это банан, я так понимаю, ребята из К23. О, такой сетапчик мы уже видели в основное время от К23. Тогда сработало идеально. Причем на два раунда сразу. Но здесь Рейджин уже не стоит перед окном. Он уже под прострелы подставляться не очень-то хочет. Потому что как раз-таки эти прострелы имели место. Кита красный. Ну, все, наверное, да, так не ваншотнул. То есть по ножке как-то так. Может быть, две хэшки схватал. Один на Б, опять же. Прочувствует эту ситуацию. Ну, что-то вообще уверенно очень сильно в себе. Прям сейчас К23, что это будет выход ребра. По-моему, они здесь что-то знают. Как-то вот они чувствуют. Реально, BIG не очень уверены в себе. То есть на банане после хаешек и там моликов ничего не происходило. Сирсон пошел вычислять. Ну, может, до гранат там пикнуть, КТ, увидишь, что никого нет. Не, испугался. Просто фейк-смачок, и они реально идут на... Они идут в ловушку. Да, и момент в том, что на этот фейк-смачок и второй залетает на гробы. Никто на них не ведется. К23 как стояли, так и продолжают здесь сидеть. Все, просто все четыре игрока К23 стоят на месте, а вот теперь уходят, постойте-ка, и в этот момент резкий выход. Едва ли К23 ушли со своих позиций, как пошел выход через ковры. Выкатывается дым на малые пески. Да, Кримба битый, да, Кита красный, но все, что нужно, это пройти в точку. Найти хоть какие-то плюсовые размены для себя. В шорте, например, 7-6-5. Бомба, а, дефолт ставится. Ладно, неважно. Падает Апсон, Сирсон очень далеко был. Знаю, конечно, этот фейк немного пораньше. Возможно, раунд ушел бы им. 21-20. Понимают К23, что на этих допах они уже не проиграют. Улыбка вообще не сходит с лица Финнигана. И ультраспокойны остальные игроки. Какие? До последнего стояли К23. Полетел уже дым на КТ. Уже на гробы поехал. Какая-то флешка. Они сидят, ждут. Потом кому-то пришла мысль, блин, что если это реально сейчас будет выход на Б? И тут резко вылетают ковры. Да, моментики на тоненького. Ну, знаешь, как будто третья карта уже у нас. Вот такое вот инферно на третьей карте бы. Ой, круто было бы. А, ну, у нас только первая. Только первая. Друзья, напомню, Мираж 2 — это выбор команды BIG. И пока что ближе к тому, что все-таки К23 свой выбор заберут. У них уже мапоинт. Остается взять всего лишь один раунд. Но BIG что-то надо придумать. Опять никто никуда не суется у К23. Опять они стоят издалека. В прошлом раунде угадали. Как-то вот в принятии решений не хватает, я не знаю, смелости какой-то. То есть везде пошурдить по карте, что-то пособирать информацию. Где-то активному игроку раз выйти, два выйти. Там... Ну, ходят, окей. Этот сетап уже прочитан. Здесь перестреливают два в одного. Есть еще третий Клакс. Клакса срочно надо каким-то образом забрать. Клакса никто не может забрать. И остается по итогу 1 в 2. Но по идее команда К23 уже верит в то, что такое не отдается. Тапсон точно не затащит. Верит ли Тапсон в себя? Ставит бомбу на дефолт. Его вычисляют с библиотеки. Второй игрок только подходит. Оба будут с библиотеки. Тапсону надо хедшот. Хотя бы остаться 1 в 1. Кидают флешку. Он не понимает, где будет второй по нему. Стреляют. И это все-таки победа команды К23 на карте Инферно. Сложнейшие допы. Но BIG сами виноваты. Наошибались. И в общем-то...